Доброе утро, друзья! 13 июня наступило, и в нашем народном календаре Еремей Распрягальник. И название это целиком и полностью связано с братьями нашими меньшими, а именно с лошадьми. Ведь для них начинаются самые привольные дни на лугах и пастбищах. Именно 13 июня на Руси заканчивался сев, и лошадей освобождали от тяжелой упряжи, распрягали и благодарили их за тяжелую работу. Древние славяне считали, что сегодня не стоит заниматься тяжелым трудом, поэтому можно и нам отказаться от планов сделать ремонт, перестановку мебели, генеральную уборку. Не занимаются сегодня также рукоделием, шитьем, ремонтом одежды или инструментов. 13 июня также отмечается Духов день или День Святого. Отныне до осени земля считается беременной, по ней разливается сошедший с небес Святой Дух. Поэтому крестьяне в такой день не выходили на работу в поля, сады и огороды, так как нельзя ничего делать с землей. Если сегодня вечером появится много росы, завтра будет жара. Ненастная погода в этот день предупреждает, что зима окажется суровой. Влажный ветер предвещает скорое наступление ненасти. Если туман после восхода долго не исчезает, это к ухудшению погодных условий. А обилие кузнечиков говорит о скорой засухе. Такой вот сегодня день. Удачи вам. Увидимся завтра. Добро пожаловать в Макси. Бытовая техника, ювелирные украшения, нижнее белье, парфюмерия и игрушки. Большой выбор и отличные цены только для вас. Уютный шопинг для всей семьи без очередей. Макси, пожалуй, лучшее место для покупок. В любой день недели, в любое время года в Макси всегда хорошая погода.